Очередной коррупционный скандал в Кызылординской области. Начальника антимонопольной инспекции региона подозревают в получении взятки. Судом санкционирован домашний арест Эмурзаева. Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается. В отношении Алима Аймурзаева возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 2000 долларов и 295 тысяч тенге от директора компании «Кызылордата ЗЛГ». Предполагается, что за эти деньги чиновник должен был продлить сроки согласования договора о государственных закупках. Если его вина будет полностью доказана, чиновнику грозит срок от 3 до 7 лет.